Всем привет! Сегодня у меня видео про две новых орхидеи. Я покажу вам свои новинки, расскажу, что я с ними буду делать, и отвечу на несколько вопросов. Первый. Где вы храните орхидеи, когда приносите домой? Есть ли у них карантин? Хочу сказать, весь мой карантин – это ванная комната. Единственное место, куда я могу поставить орхидеи ненадолго от своих, потому что здесь нет дневного света. Оставлю на ночь. И эти две красавицы. Начнем с первой – Сога Реликс. Снимаю сегодня на старый телефон, он лучше берет при полностью искусственном освещении. Сога Реликс. Еще один вопрос в комментариях. Очень часто. Как вы можете удержаться, не купив орхидею в Экофлоре? Не могу. Нет силы воли. Я 100 раз говорила, это последние орхидеи, больше домой ничего не понесу. Ну и как вы видите, кручу-верчу Сога Реликс. Конечно, она прекрасна. Конечно, ее хочется. Но дело в том, что у меня такая. Уже есть место, нет. Но я купила второй Сога Реликс. Производитель очень хороший. Я еще вчера в видео говорила. Юля всегда предлагает, когда их видит. Этот садовник надо брать, говорит она. Ну, кто же откажется? Сняла я коробочку. Сейчас быстренько посмотрим корни. Я уже отвыкла от этой камеры. Она снимает совсем по-другому. Какие манипуляции буду делать? Во-первых, конечно же, полюбуюсь. Это я делаю всегда. Мне хочется все разглядеть, цвет. Видите, вот цветочек спереди, а вот цветочек сзади. Как говорится, найди хоть одно отличие, его нет. Вот такой невероятный цветок, восковый, не крупный. Что буду делать в итоге? Залюбовалась. Невысокая розетка, сразу цветочки над розеткой, все как я люблю. Первое — это антистресс, как правило, это эпин. Я однажды его купила очень-очень много, и теперь как простоквашина. Гуталина у него очень много, и он его всем рассылает, так и я эпином пользуюсь, хоть есть и циркон. Потому что его очень-очень много. Вот я открыла. Водичка. Все делаю на глазок. Его не бывает передозировки. Поэтому, как говорится, лень не хочу. Много не лью. Несколько капель. Мне много и не надо, в принципе, раствора. У меня всего 2 орхидеи новеньких. А больше я не применяю его. Только при покупке. Много слов, мало дела. Вот орхидея, вот эпин. Буду протирать спонжиками, потому что боюсь, что вода попадет в пазухи. Листья теперь не пыльные. Листья обработаны эпином. И смотрите, какое варварство. Я сразу даже не заметила. Вот так. Прям листик. Воткнули. Понятно, что там поток орхидей. И над ними не стоят, не трясутся, как мы это делаем. Есть бутоны. Я обожаю покупать орхидеи с бутонами, чтобы дома они еще открывали. Вот в этом был смысл моего эпина. Чтобы орхидея не стрессовала. У меня она жила счастливо, весело. И радовала.
И что буду в дальнейшем делать? Это, как вы понимаете, карантин. Он будет длиться буквально ночь. А дальше у нас вот такая вот манипуляция. Извечный страх перед клещами. Использую пудру чистотел. От клещей, блох, вшей. Надеюсь, кроме клещей, все остальное. Пухоедки. Пухопироедов. Это средство вообще продается в зоомагазинах, как правило, в отделе для птиц. Вот здесь и нарисована собачка и кошечка. Вот. И препарат 30+, он маслянистый, он тоже от вредителей. Пудрой, кисточкой буду засыпать все пазухи, а препарат буду наносить на остальную поверхность листьев. И поздравьте меня, вот такая красивая орхидея поселилась у орха вселенной. Уже такая есть, где одна, там и две. Таблеток бы нам от жадности, да побольше. Ну и вторая орхидея. Орхидеи, без которых я уже не представляю своей жизни. Пушинка какая-то. Это, конечно же, Пафиопидиум. Сразу хочу сказать, что это подарок девочек из чата. Спасибо огромное. То, что я люблю башмаки, никогда не скрываю своего восторга перед этими нереальными цветами. Не капризные в уходе, не занимают много места. В общем, одни только плюсы, никаких минусов. Правда, я уже отвыкла от этой камеры. Там у меня, конечно, лучше. Вот розетка. Здесь несколько. Насколько я вижу, 2 или 3 кустика, неважно. И грунт. Вот он какой. Видите? Я его сейчас немножко отсыплю, уберу. Протру листики эпином. И, наверное, все. А, запудрю еще пудрой. Вот оно все у меня тут так и стоит. Еще от Сога Реликс. Представляете, у меня дома 2 новых орхидеи. У башмачка стала убирать верхний слой грунта. То, что я говорила, мелкий очень грунт, а там дальше вот положила с краешку, там кора. Не знаю почему, но я считаю, вот именно башмаки должны жить в том грунте, который составил садовник. Это мое мнение. Не претендую на то, что я права, но я так делаю. Башмаки я не пересаживаю, пока уже они не разрастутся. Точно так же, кстати, и фаленопсисы стараюсь не трогать, не вытаскивать. Помню, когда у меня был еще совсем молодой канал, и я говорила, что я орхидеи не пересаживаю. Мне писали: торф в стакан, это бомба, он убьет вашу орхидею и все прочее. Я стояла на своем: нет, он жил с торф стаканом, и пусть дальше живет. Поливать просто надо правильно. Что еще хотела сказать? А, да, спасибо, девочки, еще раз за башмак вот этот великолепный. И приготовила пакет. Мох хотела. Думаю, может пригодится где-то даже сверху положить. Не стала. Мох. Отдельная история. Это мох, не просто мох. Это мох омский, из омского леса. Его собрала Лена. Вы видите, в каком он виде.
Понимаете, какая у нас Лена? Я представляю, как она сидела, его перебирала, чтобы ни малейшего мусора, ни малейшей веточки, листика не попало. Я прям даже вот вижу эту картину. Вот такая она у нас аккуратная. Леночка, спасибо тебе за то, что ты его собрала и с любовью перебрала, для меня приготовила. Для моих растений. Посмотрите, какие они невероятные. Фаленопсис, как правило, орхидеи, с которых мы начинаем. А башмачки – это уже любовь, приобретенная с годами, скажем так. Я очень рада, что потихоньку подсаживаю своих подписчиков на башмачков. Иринка из Ачинска купила сразу два. Она мне вчера писала. Спасибо за подарок. Спасибо за то, что вы у меня есть. Не прощаюсь. Пока. Пока.